поздравить родной Днепр с Днем города. Процветание. Мост, вот чтобы работал, уже запустили. Чтобы улыбки сияли на лицах людей, чтобы получалось, у всех была работа, которая нравится. К этому, если это невозможно сразу это все как бы получить, то надо просто стремиться к этому. У нас город такой очень своеобразный, со своим характером, со своим стилем. Пусть он остается таким, как он есть, но чтобы делал уверенные шаги для процветания.